Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я представляю вашему вниманию обзор масла зародышей пшеницы. Масло зародышей пшеницы – это удивительный подарок природы, который насыщен огромным количеством полезных веществ, витаминов, активных компонентов и микроэлементов. Этот продукт используется и в пищевой промышленности, в разных отраслях медицины, косметологии. Масло, отжимаемое из зародышей пшеницы, одно из самых богатых на витамин Е, который признан витамином молодости. В масле также содержатся другие ценные витамины. Свойства применения масла зародышей пшеницы таково. Масло, особенно нерафинированное, содержит множество полезных жирных кислот и антиоксидантов. Масло ростков пшеницы повышает тонус кожи, способствует разглаживанию морщин и подтягивает овал лица. Оказывает общее омолаживающее действие. Уникальным является свойство этого масла по выведению из кожных покровов различных опасных и вредных веществ, токсинов. Оказывает очищающее воздействие на поры кожного покрова, обеспечивает уменьшение расширенных пор, снимает воспаление, идеально подходит для лечения угрей и других высыпаний, способствует заживлению при ожогах, ушибах, ранах и помогает при кожных заболеваниях. Масло успешно используется по уходу за губами как в летнее время, когда губы пересушены, так и в холодное время года для предотвращения обветривания и растрескивания губ. Вот такой баночке мы отправляем масло зародышей пшеницы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!